Приветствую всех! С вами канал Dota 2 VO, и мы хотим предоставить вашему вниманию детальный обзор на героя Dota 2 Легион Командера. В отличие от первой Доты, во второй герой сменил пол с мужского на женский, но имеет то же имя – Трездин. Легион Командер – это герой, основным атрибутом которого является сила. Он находится в бараках света, выполняет роль кэрри и имеет данные характеристики. У героя три активных и один пассивный навык. Это навыки Overwhelming Odds, Press the Attack, Moment of Courage и Duel. Также Легиону предложен следующий закуп. Что ж, давайте познакомимся с навыками поближе. Первым навыком Трездин является Overwhelming Odds. Трездин оборачивает количественное преимущество врагов против их самих, наносит урон и дает вам дополнительную скорость передвижения за каждое существо. Наносит дополнительный урон иллюзиям и призванным существам в виде процента от их текущего здоровья. Тип урона данного навыка – магический. И как вы успели заметить, что не всем призванным существам наносится урон. Вторым навыком является Press the Attack. Снимает все отрицательные эффекты с дружественной цели и добавляет скорость атаки и регенерацию здоровья на короткое время. Стоит знать, что в результате скилл регенерирует 150, 200, 250 и 300 здоровья в зависимости от уровня. Третьим навыком и пассивным является Moment of Courage. Будучи атакованным, Легион Командер получает шанс незамедлительно ударить в ответ с бонусным вампиризмом. Стоит знать, что данная способность не может активироваться чаще, чем в 1,2 секунды. А также то, что вампиризм не является уникальным модификатором атаки. И последним навыком Трездин, а также ультой, является дуэль или дуэл. Легион Командер и выбранный вражеский герой вынуждены атаковать друг друга небольшой промежуток времени. Оба не могут использовать способности или предметы. Если один из героев умрет во время действия способности, победитель дуэли получит постоянный бонус к урону. Стоит понимать, что проигравший в дуэли – это тот герой, который умер, находясь под этим эффектом. Никто из героев не считается проигравшим, если они оба остались живы в конце завершения дуэли. А также, во время действия данного бафа оба героя замьючены, то есть не могут использовать заклинания, вещи, а также не работают некоторые пассивки. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, данный обзор был вам полезен. С вами был Фенаргот, подписывайтесь на наш канал и приятной вам игры!